Друзья мои, всем пламенных хеллоу, приветствую вас на канале Сэм Левен из жаркой солнечной Флориды. Сегодня она не жаркая, правда, и не солнечная, но немножечко ее погодка. Ну, для нас на самом деле все хорошо. Посмотрите, какой красавчик стоит, удлиненный GMC Denali. Красавец. А я вам вчера снимал здесь Chevrolet Silverado, Silverado EV показывал. Посмотрите, так, по ценам. То есть у меня машины цены. Друзья мои, не ждите технических подробностей, потому что, во-первых, я их неоднократно уже повторял, я не буду их повторять в каждом ролике. Во-вторых, есть профессиональный обзор, а у меня вопрос автомобилей и цены, и, соответственно, откуп и поставка автомобилей в ваши страны. То, чем мы, в общем-то, наша компания занимается. Так, трак едет, а мы с вами отправляемся в Toyota Center, чтобы заснять вам Toyota. И сейчас будем смотреть с вами на Toyota. Напоминаю подписаться на Telegram, Instagram, туда выкладываю оперативную информацию о водителе, просто бешеные навыки, потому что тут машины натыканы просто вот все друг к другу и вдоль стоят и так, и он при этом еще умудряется заехать и мне перекрыл он выезд. Снял, называется, вам Toyota. Ладно, пойду пешком через дорогу, короче говоря, снимать вам Toyota. Даже меня тут закрыли. Это когда говорят, что вот в Америке все продумано, все, они молодцы, у них все, о. Вот он взял, перегорел, всем нафиг просто, плевать вообще. Ничего страшного, говорит, я пока никак по-другому запарковаться не могу. Ну а что делать? Ну что, мы с вами приехали в Toyota Center и посмотрим новые и автомобили с пробегом. Тут, слава богу, есть цены. Тут уже на номерах стоит Land Cruiser. Его некоторые Prado называют. Но здесь нет цены, но сейчас найдем. Посмотрим. Кстати, смотрите, на 1794 стал такой принт у них. Тиснение на металле. Прямо они сделали звезду 1794. Некоторые не знают, что это за номер. На самом деле, это год основания ранчо, с которого начался завод по производству Toyota Tundra в США. Поэтому такое своеобразное, но очень классная комплектация. Одна из самых востребованных и любимых многими. И, кстати, не зря, вполне себе заслуженно. Раньше вот у них я такого принта не видел на этом 1794 Edition. И здесь у нас с вами коричневый салон. И, кстати, я уже показывал, как-то появился теперь еще и белый у них салон. Что странно, раньше всегда был только коричневый. Вот в таком вот виде. Стоимость такого автомобиля 71 900 и 85 Total. Они, видите, уже накрутили у них вот Catcher вот Protected. Посмотрите, у меня в телеграм-канале я выкладывал шикарнейшие варианты. Здесь, кстати, у нее и проекционный дисплей, и панорама, и цифровое зеркало заднего вида. То есть оно простое и цифровое. Очень удобно, когда у вас большая загрузка. Допустим, здесь или сидит много людей, и вы можете смотреть за счет камеры. Я уже показывал тоже. В общем, все тут по фэншую. Камера 360, вентиляция, проекция. Очень богатая опционом. Одна из самых богатых версий 1794. Вот видите, здесь даже сзади есть и вентиляция, и подогревы задних сидений. Вот это стекло у нас вниз электрически вот так вот съезжает, и, соответственно, у вас получается еще либо пространство, ну либо просто для того, чтобы воздух поступал. Так, ну здесь, как вы видите, у нас Сан-Антонио Тексас собирает, и трансмиссия японская, остальное американская. Комплектация Limited белая, причем Limited она с TRD пакетом. TRD Off-Road, надпись гласит, уже стоит все внутри. Ну вот, кстати, посмотрите, Limited, у него нету, по-моему, да, с этой стороны розеток, а вот здесь у нас с вами есть розетка. Ну, пускай американская, конечно, у нас на 120 вольт, но тем не менее, она есть. Очень классно смотрится Тундра в белом цвете, здесь тоже полный привод, кнопочка у нас открывается, вот эта вот откидная крышка, тоже классно, здорово. Черный салон, он бывает серый, бывает черный, других цветов, но вот только рыжий вот этот вот, ну еще белый и в капстоун свой. А вот это Catch-Out Protected, которая за 9000 долларов там стоит, я так понимаю, противоугонная система, не знаю. Здесь у нас нету почему-то, ну Limited, да, нету у нас с вами здесь проекционного дисплея, ну все остальное есть. Just browsing. Ну и решетка ТРД. Стоимость такого авто. Значит, у нас был прайс MSRP у нас 65 и
Простите, вот так сделаю. $69, короче говоря, да, на стоимость. Очень дорого. Можно найти их за вообще за суперадекватные деньги. Поэтому, пожалуйста, первые комментарии там от меня закрепленные. Там есть ссылка на Telegram, Instagram. В Telegram я прям недавно выкладывал модели. Можно их найти прям с небольшими пробегами, либо с подиумов. Новые практически. Вот, кстати, комплектация Platinum Tundra. Ну, это, обратите внимание, нету шильдиков на капоте. Это все бензин. Это чисто бензиновые версии. Версия Platinum, кстати, обратите тоже внимание, без проекционного дисплея. Камеры 360 есть, все есть, но нету у нас проекции на лобовое стекло. Вот тебе и Platinum, она с ТРД пакетом. При этом, при всем. Ну, цена MSRP покажу, но вы видите, что здесь у них вот эта вот наценка, от которой бы надо бы отбиваться, по идее. А так MSRP прайс у нее 73 тысячи. Ну, лучше, конечно, в таком случае брать 1794 версию, на мой взгляд. Ну, я думаю, вы согласны. Это SR5, это начальная версия стоит, самая стартовая. Такомы. Давайте посмотрим, что у нас с Такомами. Версия Такома. Хотелось бы полноприводную. SR5 сплошные. Но они все моноприводные, к сожалению. Сейчас найду я вам полный привод, просто для интереса. Кстати, моноприводная версия, она стоит $44 000. Что, собственно говоря. Так, друзья мои, вот, пожалуйста, кто себе искал Короллы и Приусы. Вон там Приусы стоят, по-моему, целый ряд. И Короллы. Тоже бывает, что в автосалонах их просто нету в наличии. Некоторые ищут, но вот здесь вот большая наценка. Мы в Форт Майерсе. Кому нужны кредиты? Обращайтесь, будем брать кредиты. Даже если у вас нет кредитной истории, есть только social, пожалуйста, обращайтесь, будем брать без проблем. В Toyota Fort Myers уже многие брали, мои зрители, которые приехали сюда в США, и довольно уже ездят спокойно, и ничего мы не переплатили вообще нисколько, а то еще и скидки получили. Limited версия с хромированными дисками, вставками. Не знаю, давайте посмотрим. У нас полный привод. Не полный привод, нет. Тоже не полноприводная версия, к сожалению. А нет, 4x4, друзья мои. Double Cup 4x4, прошу прощения. Полноприводная версия. И посмотрите, 50 тысяч. То есть у нее 57. И там сколько? 60 тысяч. Ну, 60 тысяч уже. Мы близко к тундре. С Такомой. Красивый Underground Grey цвет. Так, Короллы. Toyota Corolla. Ну вот самая базовая версия LE, судя по дискам, колпаки стоят. У нее $24 000 цена, и 27 они с наценкой продают. Друзья мои, вот такую версию можно брать у дилера. Двухлитровый двигатель, естественно, то есть это бла-бла-бла, все это вы знаете. Такую версию, в принципе, можно взять в районе 24 000, 23 000 уже с налогами, а это еще до налогов. Так что пишите, кому понадобится. За адекватные, за нормальные деньги, за приемлемые взять. Зато сколько приусов, вот, пожалуйста, вам, смотрите, все. Негодовали, где приусы, там, под заказ, ажиотаж, все такое. А тут вот, пожалуйста, вон их сколько угодно стоит, просили цены, сейчас покажу. Так, Prius. Это XLE комплектация, как вы видите, и цена на него $34 000. Они его продают за 37. Трешничек накинули, но это тоже предмет долгих переговоров. Сейчас посмотрим, какие версии еще есть здесь. Это у нас версия Limited. И 37 тысяч. 40 тысяч они его продают. Ну, как бы у всех свои задачи. Эту машину любят за просто колоссально низкий расход, поэтому очень часто используют именно для того, чтобы много ездить. Вот какая-то интересная версия. Сейчас давайте посмотрим, что это у нас за комплектация. Underground Grey тоже цвет. Диски такие интересные. Это Prime XSE.
Так вот у нас выглядит Prime XSE Prius. Стоимость у нас его 40 тысяч и 43 800 они его продают. Вот тут вот у нас сказано, в общем, в среднем 48 миль на галлон на одном едет. Это плагин гибрид, друзья мои, то есть он еще едет на чистой электрике. То есть это не версия классического гибрида, как мы привыкли, это плагин гибрид, то есть это еще от розетки заряжается. Не знаю, я не эксплуатировал именно Toyota плагин гибридную, но у меня был Wrangler, и там, соответственно, я показывал, что да как у нас по расходу, по этому, то есть он там заявленные свои, там, сколько-то, 40 километров, там, по-моему, в районе 25, что ли, миль едет, потом на двигатель на бензин переключается, вы остаетесь с бензин двигателем, поэтому плагин гибриды, когда у вас не сильно большие расстояния требуются, городская больше машина. Так, ну и давайте посмотрим крауны, опять их бедолаг снимает с производства. Ну, тут все просто на самом деле, позиционирование вот этого автомобиля как SUV зачем-то привело к тому, что цена у него стала как у SUV, а выглядит он все-таки как седан, да и клиренс у него все-таки больше относится к седану. Значит, версия Platinum и стоимость 59 тысяч. Вообще на них идут сейчас скидки 56 на MSRP, и они трешник на программу накинули. Это у нас подросший Prius. Тоже показывал, рассказывал много об этих машинах. Это у нас Crown Signia. И 2,5 литра. Гибридная силовая установка тоже 51 200. При MSRP 49 48. Ну, то есть везде трешечек. Очень-очень своеобразный автомобиль. Наверное, на любителя, но опять-таки внешне классный, ценник, конечно, не кошерный. Это у нас с вами Land Cruiser. Land Cruiser, который 1958. Это практически базовая версия. Цена у базовой версии у нас 62 тысячи. И продается он за 65 800. Ну, та же вся история. Порожки поставили эти неудобные. Это у нас мечта травматолога, я их называю. Так что вот такая вот история у нас про Land Cruiser. Ну, не знаю, что вам про него сказать, потому что вот Corvette поэтому поставили. Потому что с такими ценами проще купить себе Corvette, да? То есть стартовая версия этой машины. Но в действительности, если мы хотим максимально надежное авто, то да, это про него, про Land Cruiser. И, в принципе, мне кажется, что если надо объехать севера или вокруг света вообще, то Land Cruiser однозначно рулит. Бронко какой классный коротыш. Но с жесткой крышей, поставили его на такие катки огромные, просто неимоверные. Клиренс задрали. Вы посмотрите, там пройти, по-моему, на корточках можно. 23-й год, Badlands версия, 8000, 2.7, кстати, двигатель, 53 тысячи практически. Ну, мы недавно покупали такой для Владимира. Если Вова смотрит, привет большой, очень классный автомобиль. Ну и погнали, у нас тут еще Corolla с пробегом есть. С небольшим пробегом, это как раз Manager Special, то есть это специальное предложение от автосалона, который делают с какими-то скидками, GR-версия. К сожалению, ценника только на него нет, не знаю, какое там специальное предложение. Сейчас посмотрим, может быть здесь, вот здесь вот вроде есть ценник у нас, да. 29, это у нас 23-го года, Camry LE, 12 тысяч пробег, 2.5, 29 600. Ну, не супер там предложение прям такое. Но это надо их покачать. Они, я думаю, продадут за адекватные деньги тоже. Все те же тундры. А, кстати, вот смотрите, как смотрится тундра с кунгом. Она превратилась в такой огромный корабль. Но здесь она и лифтованная. И суппорта у нее стоят какие-то модные. Платинум версия. IMAX это у нас гибрид. Ого. Чего тут только не увидишь.
и расширители. В общем, наворотили ее, дай боже, как говорится. Это, знаете, та ситуация, когда хотелось бы не выеживаться, но нет такой возможности. И вот вы сделали такую тундру. Ну, нереальный трак просто. Вот это точно Expedition версия. Смотрите на это. Это уже, наверное, на номерах стоит, потому что тут, мне кажется, да, на номерах, дилерские номера, видимо, сделали, не знаю, предлагают к продаже. Сейчас посмотрим, что-то у них там интересно внутри еще есть. Чуть-чуть поразвлекаю контентом, помимо цен. Так, это у нас автомобили с пробегом. АТ4 версия GMC. Ох, и красавец он, конечно. У него морда, как у какой-то, не знаю, у какого-то змея или дракона. Очень красиво смотрится. АТ4 в очень хорошей комплектации. Проекционный дисплей. Двухцветный салон. Но мне кажется, что он вообще, наверное, не... На дилерских номерах на продаже, но что-то нет у него ценника. И вот этот вот. Посмотрите, как они колесами сделали вариант Land Cruiser, который вообще смотрится по-другому. Поставили Fuel диски. У меня такие же диски стояли на Raptor. Вот точно такого же дизайна. Один из самых красивых дизайнов, на мой взгляд. Ну, у всех свои вкусы. Очень классно смотрится. Машина, скорее всего, продается. Да, на дилерских номерах. Блин, ну смотрится бомба. Вот, друзья мои, пожалуйста, доставили себе только колеса, а Land Cruiser превратился просто в монстра. Очень классно смотрится. Вот кто со мной машины покупал, мы там несколько раз отправляли колеса, которые заказывали. Это тоже можно сделать. Мы их просто кладем и отправляем. Очень классно. Как вам, а? Я думаю, сейчас большинство ценителей заценили. Вот его на заставку вам и поставлю, наверное. И в Телеграм сейчас выложу. Ну что, друзья мои, в общем, завершился я по Тойотам новым. И пойду смотреть вам автомобили с пробегом. На них, к счастью, есть цены, поэтому сейчас вам быстренько засниму еще видос. Автомобили с пробегом. Тут и Тойоты, и все на свете, и Лексусы. Все на свете, это будет уже в следующем видео. Спасибо большое, увидимся с вами на канале завтра.